Приветствую вас, друзья. Ну, сегодня у меня с вами очень важная беседа. Сегодня я начинаю серию домыслов моих. Это серия, которую я вам обещал, пока нет токарки. А сегодня мои домыслы связаны вроде как со слесаркой. То, о чем я буду домышлять, строить свои мысли, является очень важным элементом в нашей жизни, друзья. В жизни всех, всех до единого. Нет человека на земле, который не пользуется этим инструментом, который называется ключ. Ну, ключ бывает очень разный. Вы, кто технический человек, тот знает. Вот я примерно покажу. Вот называется гаечный ключ. Представляете? Гаечки или болты. Ну, он называется гаечный, а не болтаечный. Я не знаю, почему так. Но можно и так называть. Этот гаечный бывает, смотрите, вот с одной стороны вот такой, а здесь вот накидной, круглый. Чик-чик-чик-чик, вы поняли. Потом бывает... Ключи вот такого образца, трехгранные, они бывают изогнутые, и прямые, и четырехгранные, и шестигранные, понимаете? Ой, ключей, друзья, очень много всяких на белом свете. Человечество столько себе ключей наизобретало. Ну вот один суперуниверсальный ключ, вы посмотрите только. Я его недавно узнал о нем. Я столько лет, 61 год прожил, минус там кое-какие годы. Я понимаю, что в детском садике, да и в школе... Не, в школе у меня уже был, я пользовался ключами. Знаете, велосипедный был такой, загнутый такая. Там много-много разных ключиков. А вот этот ключик, я прожив 60 лет, увидел только. Это супер, я его назвал карданным. Смотрите, какие он. Это как накидной такой. Но тоже можно его назвать и гаечным, и болтовым. Вот представляете, ключей очень много разных. Вот самое главное, вот какие ключи существуют. Вот электронный меня, чик, я открываю дверь. Вот такой, такой. Вот от разных... Друзья, столько человечества навыдумывало разных ключей, и от гаражей ригельные, и ой, каких только нет, я сам их столько переделал. Есть ключ, который вот патрон на токарном станке закручивает детально, вы видели. Он тоже бывает разной формы. Есть ключ буквой Гю или Зю. Такой, который резцы затягивает на резцедержателе, представляете? Столько ключей. Есть ключ у радистов, понимаете? Какие, ой, друзья. Есть в интернете ключи разные, представляете? Разные ключи. Но самый главный ключ, я считаю, из всех ключей, вот я хочу так объяснить вам, но вы... Поскольку вы смотрите канал Такивана «Наука образности», вы, значит, образно должны мыслить, друзья, так же, как и я. Или на уровне. Блин, меня что ли? Ну ладно, неважно. Короче, включайте воображение и представьте себе, самый главный это ключ на Земле придумал не человек. Человек вот много разных, каких только угодно ключей, на не выдумывал. Это просто не вообразить такое количество и разнообразие ключей, которых он придумал. А вот самый главный ключ-то не он придумал, он пролете, ему не повезло человеку, представляете? Этот главный ключ придумал Бог, Создатель наш, Творец. У меня он друг. У вас не знаю. Если вы ходите в церковь, то не этот Бог придумал этот ключ, а тот, который настоящий, который придумал всю Вселенную и все во Вселенной.
и который я даже признаю, он меня придумал посредством моего папы с мамой. Так вот, главный ключ, друзья, это ключ от сердца красавицы. Представляете? Его Бог придумал. Он находится в средней части человека. Но у меня грудь большая, я уже его не вижу без зеркала. Но настоящий мужчина, у которого грудь не такая, как у меня, она у меня профессиональная, морская. Я напомню, у моряка все, что выше колена, это грудь. Вот. Поэтому из-за своей груди я ключ уже вот так вот не вижу. Я могу его увидеть только в зеркало. Представляете? А нормальный мужчина, который пользуется ключом часто, ну, по крайней мере, чаще, чем я, он его видит. Представляете? Вот так встал, бац, увидел. Он всегда в нормальном состоянии, в рабочем. Ключ от сердца красавицы. Представляете? Человеку не повезло, не он придумал. Хотя искусственных, подобных божественному ключу от сердца красавицы, человек придумал. Ой, каких только нет, ой, друзья. И некоторые красавицы ими пользуются даже с большим удовольствием, чем этим божественным ключом. Представляете? Называется этот ключ фалоимитатор. Представляете? Ой. Женщины вообще мудрый народ. Хотя, как известно, народная мудрость гласит, у женщины мозгов нет. Ну, я, собственно, тоже не знал, почему. А потом допер, представляете, давно, правда, допер, почему у женщины нет мозгов. Оказывается, Бог, Создатель наш, создал женщину из ребра Адама. Кстати, моего папу звали Адамом. Чахотка. Но она у меня не передается, не волнуйтесь. Вот. Значит, Бог создал, ну это церковный Бог, настоящий Бог, он нормальный Бог, он не из ребра создавал. Это сказка библейская. Вот, создал из ребра Адама, а у ребра единственные кости, в ребра, где нет мозга. Представляете? Поэтому про женщин ходит такой базар на земле. Но я считаю, женщина друг человека, у нее тоже есть мозг. И она придумала себе множество разных ключей, имитаторов божественного ключа. Но, друзья, вы не забывайте, настоящий мужчина должен уметь пользоваться всякими ключами. И ключом от сердца, и карданным ключом, и гаечным, и черт знает каким. У меня бы, если были они, у меня их нет, я бы вам показал с удовольствием. Но вы-то технически грамотные люди. Вы должны включить воображение и понять, какое множество ключей придумал человек. Сейчас я о человеческом ключе говорю. О человеческих ключах, то есть. И главное, друзья, без ключей человек, ну, просто не может, хоть каким-то ключом, он ежедневно пользуется, представляете? Заметили, а? Ну, а божественным тоже, в принципе, все пользуются. Ну, зависит, каждый по-разному. Кто один раз в месяц, кто не раз в день, кто по несколько раз в день. Ну, это зависит. А, кстати, хочу сказать, вот эти все ключи, вот все, они имеют связь с руками, да? Во, бац и бац. Но руки, конечно, связаны с мозгом. А вот тот сердечный ключ, он напрямую связан с мозгом. Представляете? Руки не надо. Ну, это, конечно, тем, кто со своим ключом занимается
с божественным, я имею в виду, самообслуживанием. Вот. Это тоже из Библии пошло, представляете, самообслуживание. Анан называли его, этого божественного человека, я имею в виду церковного Бога, а не настоящего, который создал нас с вами. Представляете? Итак, друзья, я вам дал понятие, что самое главное в жизни – ключ. Это мои домыслы. Представляете? Как я домышлял, я предлагаю вам поразмышлять. Представляете? Можете в отзывах писать свои мнения о всяких ключах. Может быть, вы знаете такие ключи, которых я вообще не слышал никогда в жизни. Представляете? Прожив немалое количество лет на нашей прекрасной планете Земля. Ну все, друзья, я заканчиваю. Домыслы о ключах закончились у моей тыкве. Вот, друзья, я вам предлагаю, вы мне пишите в отзывах, многие же пишут, о чем нам с вами еще подомышлять. Вы мне предложите тему, и мы с вами начнем диалог по домышлению. Мне вот тут предложили опять этот включать стрим. Понимаете, ну стрим — это ерунда. Я все, я сказал, я бабло вымогать больше не буду. Все. Никаких донатов, нафиг они упали. И эту ссылку, которую меня один попрекнул, да с таким видом, кстати, поэтому я даже без обиды, я не обиделся, а я его заблокировал. Он меня так попрекнул, сказал, а что это я в описании роликов не убрал ссылку на кошелек. Уберу. Еще руки не дошли до туда. Сегодня дойдут, сегодня я уберу. Короче, я совесть во мне проснулась, и я решил, зачем я буду вымогать у себе подобных. И никакая дереписька мне денег не даст, которую она у меня якобы забрала, понимаете, когда-то. А вы, друзья, точно такие же, как я. И мне совесть, озарение ко мне пришло, представляете? Ключом каким-то открытое. И я понял, вымогать нельзя. Надо зарабатывать. Поэтому, друзья, кто хочет мне помочь построить токарку, смотрите чаще рекламу. Реклама на каждом ролике есть. И тогда я до весны точно заработаю на токарку. И весной я чухну в Сибирь строить токарку, и мы с вами будем закончим всякие домыслы и начнем токарные дела. И зажигалки попрут, я буду вам объяснять до тонкости, показывать, как делать, и вы сами будете делать зажигалки различные. И никто не будет меня писать там, сколько стоит, пришли мне. Я не торгаш. Хотя продавал. Ну, скрипя сердце, если честно сказать. Но вы сами подумайте. Друзья, человек, который все время проработал с ключами всякими, ему торговать все-таки как-то трудновато, честно. А не верите, не надо. Все равно человеку в любом случае в жизни приходится торговать. Вот раньше, когда я квасил, да, я тоже торговал иногда. Прихожу из Сингапура, там что наберу, из-за границы я имею в виду. Там беру, я к примеру образно говорю, понимаете, за $10. Деньги кончаются, продаю за 2. О, какая прибыль была, правда, не у меня. Но я торговал. Сейчас, я же вам говорил, я зажигалки продавал на пароходе. Но, друзья, я просто понял, ну, должен я что-то за свое хобби иметь, понимаете, потому что я тратил много времени и усилий. А всякий труд должен оплачиваться. Это я на шару не люблю торговлю. И вот как часто у вас вымогал, мне стало противно. Говорю честно. Я удаляю все кошельки, все эти
и будем зарабатывать с вами честно, только на америкососах. Окей? Спасибо за внимание. Говорите свои мысли про ключи. Я все восприму.